спасибо. У нас на связи был Кирилл Муравьев, управляющий активами инвестиционной компании Реком Траст. Вот Игорь, такое мнение, что даже профессионал рынка, он достаточно долго открывал счет и как раз попался на все эти весь сбор справок. Сможет ли простой россиянин обойти это как-то? Ну, это мнение, это для меня не новость. Я знаю просто очень много людей, которые прошли через плагиаты, и в конечном итоге... Это реально плагиаты, просто не назвал своими словами. Это реально плагиаты. И в конечном итоге такие люди возвращаются к каким-то европейским брокерам. Если они хотят выйти на большинство международных финансовых рынков, то они возвращаются к каким-то европейским брокерам. Там менее сложный комплайенс. Да, комплайенс намного проще, даже если вы открываете счет в банке, брокер, ну, касается банка, да. Комплайенс намного более простой, то есть открытие счета обычно занимает там 1-2-3 дня, вот, а доступ получается практически ко всем тем же инструментам. Разница, понятное дело, ее не может не быть. Это европейские брокеры, в том числе и наш банк, мы будем чуть дороже американских брокеров, если выходить на американский фондовый рынок. Я предлагаю пообщаться с еще одним экспертом, это Дмитрий Кулешов, заместитель начальника отдела торговых операций инвестиционной компании «Русинвест». Дмитрий, я вас приветствую. Вот как для российской инвестиционной компании, для вас вот эта тема перехода участников российского фондового рынка на Соединенные Штаты Америки, она уже актуальна, вы как-то работаете с этим? И, в общем-то, что вы могли порекомендовать нашим телезрителям при выборе американского брокера? Я имею в виду подводные камни, комиссионные тарифы и, в общем-то, что-то от вас. Добрый день. Прежде всего, хотел бы сказать, что нужно четко, клиент должен четко понимать, какой доступ на рынке ему нужен. Если ему нужен прямой доступ на рынке, то надо понимать, что это всегда дороже, да? Прямой, но с другой стороны, быстрее и возможности теоретически для реализации каких-либо специальных функций значительно больше. Если речь идет о в обычном таком упрощенном доступе, то на самом деле на сегодняшний день выбор брокеров достаточно большой. То, что...